чопорный фрак, бронированный автомобиль и чемодан гаджетов. Все это совершенно вам не пригодится в настольной игре «Находка для шпиона». Здесь секретные агенты применяют другое грозное оружие – свою смекалку. Хорошо служите, но предстоит еще лучше. Партия начинается с выбора места действия. Одинаковые карты локаций получают все игроки, кроме одного. Этот счастливчик превращается в шпиона и должен, не выдавая себя, определить, куда занесла его служба. Возможно, он прикидывается жестянщиком на станции техобслуживания или вынюхивает мичуринские секреты на овощебазе. Соперникам необходимо вычислить засланного казачка. Они вживаются в роли персонажей, задают друг другу провокационные вопросы и следят за реакциями. Градус паранойи растет, как в триллере про разведчиков. Кац предлагает сдаться. Главное, не сказать лишнего, иначе диверсант сразу поймет, где все дело происходит. Все-таки болтун — лучшая находка для шпиона. Суперагент прибыл на место и ждет дальнейших указаний.